Это все же странно, Виктор. Допускаю, вам надоела Европа, но вы ведь можете заниматься своей наукой здесь. Наука, Паттерсон. Прилеплять ко всему слова, формулы, все для того, чтобы в конце концов убить природу. Лучше ею любоваться. Одного не могу понять. Как же все-таки слоновую кость вывозят? На южных дорогах контроль, на севере озеро, за озером джунгли, в которых живут пигмеи, затем идет цепь вулканов, а за вулканами непроходимые джунгли. Так как? Я не перестаю ломать голову над этой проблемой. Ну, конечно, это не мое дело. Ведь вы директор заповедника, а не я. Я-то самый обыкновенный бокалейщик. Скорее, бокалейщик необыкновенный. Но пока я тут живу, я живу не только для того, чтобы попивать мартини на экваторе. Хотя это и приятно. Для меня важнее этот благословенный край, где все права принадлежат животным, а не человеку. Для слонов здесь райские места. Великолепные животные. Они обладают красотой, мощью, умом и еще чем-то, чего у всех других зверей нет. И, кстати, возможно, у нас с вами тоже. Мне стоит подумать, что есть мерзавцы, которые убивают эти горы мускулов и интеллекта для того, чтобы производить бильярдные шары, и я прихожу в бешенство. Мой дорогой Виктор, позвольте мне дать вам совет. Вам надо обзавестись супругой. Вот еще, мне в петлю, и то лучше. Мы приветствуем приток иностранных капиталов. Великолепная природа нашей страны к вашим услугам. Выбирайте место.